Дорогие друзья, летнее первенство города Москвы по футболу продолжается. На поле команды 96-го года рождения. Состав команды гостей: Строгино. Футболки желтые, гетры желто-синие. Номер первый — Стеблюк Илья. Номер девятый — Мамаханов Иван. Номер четвертый — Киргиан Дэнни. Номер пятнадцатый — Бушмин Александр. Номер тринадцатый — Королёв Никита. Номер пятый — Степанцев Александр. Номер третий — Душин Дмитрий. Номер двенадцатый — Моисеев Александр. Номер шестой — Демидов Дмитрий. Номер десятый — Иванов Ислам. Номер одиннадцатый — Раматов Егор. Состав команды — Локомотив. Футболки красные, гетры красные. Номер первый — Болгов Егор. Номер 21 — Деревягин Павел. Номер третий — Ермоленко Роман. Номер 19 — Переверзев Владимир. Номер 12 — Липанов Владислав. Номер 7 — Лилев Максим. Номер 8 — Трошечкин Александр. Номер 9 — Макаров Сергей. Номер 17 — Замулетина Крифа. Номер 10 — Анисимов Денис. Номер 11 — Давидович Кирилл. Состав судейской бригады. Главный судья матча — Кондратьев Станислав, региональная категория. Помощники судьи. Первый помощник — Тарасов Алексей, вторая категория. Второй помощник — Ничков Андрей, вторая категория.
Валентинов Рифат. Счет матча 3-0 в пользу Локомотива. Давай, давай, давай.
Локомотива. Давай.
Мяч в ворота команды Строгино забил номер 8, Трошечкин Александр. Счет матча 5-0 в пользу Локомотива. Thank you.
Дмитрий. Счет матча 6-0 в пользу Локомотива. Go! 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 Go!
команды «Локомотив» забил номер 3 Душин Дмитрий. Счет матча 6-1. Матче 6-2. Thank you.
Thank you.
Так, давайте идите куда-то, давай, Дим, решай. Вот так вот, да? Вот, куда вот, 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 ворота команды Строгино забил номер 20-й Бывальцев Дмитрий. Счет в матче 8-2 в пользу Локомотива.